И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, и просто случайные посетители моего YouTube-канала. С вами снова я, да-да, не удивляйтесь, все тот же, не первый, но и не последний московский видеоблогер, и вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице 12 октября 2019 год. И несмотря ни на что, я снова плюнул на всех и на все, взял себя в руки, оделся, обулся, умылся, а подпоясался как надо, причесался и с нетерпением отправился в очередной раз за покупочками. А знаете, куда на этот раз? Правильно, в Ашан. И я уже только что приехал домой, а сегодня в Москве, ребята, выдалась очень дождливая, пасмурная погода. Но, правда, очень тепло. Кругом лужи и очень сильный ветер. Поэтому мне сегодня на телефон от МЧС пришла смс-ка. То, что будьте внимательны и осторожны, не оставляйте свои машины под высокими деревьями, потому что деревья могут упасть от очень сильного ветра. Где-то будет что-то аж, если мне память не изменяет, где-то 17 метров в секунду. Вот, но я же ведь оптимист, и я хочу сейчас, ребятушки, с вами поделиться своими покупочками, которые я только что в Ашане совершил. Что же я сегодня купил? А давайте посмотрим вместе. Поэтому приятного всем просмотра. Давайте начнем, пожалуй, вот с такого вот майонеза, который называется Скит. Хотя там было очень много всяких майонезов. Вот, все и не перечислишь. Ну давай, а я вот решил именно этот взять. Скит, короче, 20% экономии. Российский знак качества, проверено Роскачеством. Провансаль, вот, майонез, 67% жирности. Соответствует ГОСТ, семейная упаковка, XXL. Вот такой вот. Еще он бывает, ребятушки, вот, ни разу не видел в продаже. А может быть, просто потому, что я как бы не обращал на это особого внимания. Он бывает Скит яичный, вот майонез, тоже жирный, 67% яичный. Также бывает Скит оливковый майонез, 67%. Вот Скит бывает сырный соус, 50%. И легкий, вот легкий, 25%. Но легкий я вам брать не советую. Надо брать всегда только жирный майонез, потому что жирный, он очень полезный, там содержатся полезные для нашего организма вещества. А легкий что? Он и не вкусный, как вода, да и не полезный. Вот, деньги на ветер, в принципе. А это вот надо всего лишь немножко, одну ложку столовую в день съесть, и вы все витамины необходимые для нашего с вами организма получите. А легкий он невыгодный. Вот многие люди вот не понимают, вот берут легкий, вот, потому что он дешевый и вроде как, думаю, диетический, ничего подобного. А так вы когда салат делаете, положите там, например, несколько ложек этого майонеза, да, и будет вам салат вот такой вот получится. А легкого вы всю пачку зафигачите, вот и считайте. Поэтому вот самый лучший жирный майонез, он самый полезный. Я купил сегодня одну пачку. Большую взял пачку, здесь вот, знаете, сколько вес? Сейчас, где же тут это? 700? Куда пропал вес-то? Ну, правильно, вот масса 717 граммов, а объем 750 миллилитров. Состав хороший, вот, как пишут. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, вода питьевая, сахар, яичный желток, соль, горчичный порошок, регулятор кислотности, кислота уксусная. Вот такой вот майонез, короче. Вот какой он бывает. Вы можете поставить на паузу и почитать. И почитать. И очень свежий. Вот, 30 сентября 2019 сделали. Здесь уже никак срок не, это не затрешь. Видите? Как есть, так оно и есть. Вот. И цена вот за эту пачку составляет в Ашане вот, на 12 октября 2019 года 108 рублей 81 копеечка. Вот, с майонезиком разобрались.
Что же я еще сегодня в Ашане купил? Купил я сегодня в Ашане, а в этот раз решил взять вместо баклажановой икры, взял икру из кабачков. Вот такую вот. Гостовская икра из обжаренных кабачков. Угощение славянки. Обратите внимание, какая в этот раз попалась мне банка. Обычно гладкие банки, а это вот такая рифленая. Видите, рифленая попалась банка. Видите, вот как стиральная доска. Видите? Вот носки даже можно стирать об нее. А чё, запросто, да? Вот. Терка, типа терки. Ну, вот такая вот икра. 545 граммов здесь, большая банка. Эта фирма очень хорошая, вкусная. Мы всегда ее, когда есть возможность, покупаем. Но только вот акции, жалко, нету сейчас на нее. Дорогая, больно дорогая. Особенно это баклажановая. Вот. Это не реклама. Все очень свежее, видите, все очень свежее, всегда. Вот, банки, когда покупаете, старайтесь, чтобы всегда ровные были, без всяких мятин, чтобы вмятин не было, потому что можно отравиться, чтобы ровная-ровная была баночка. И не стесняйтесь в магазине, всегда проверяйте и трясите, чтобы все было там, как положено, не булькало. Вот, видите, да, как... И цена вот за эту банку, а я сегодня одну банку купил, составляет... 76 рублей 15 копеек. Вот, 76,15. Так, с кабачковой икрой разобрались. Там же в Ашане я сегодня купил, ребятушки, 100 лет его не видел. Ну, во всяком случае, вот, как бы в последний раз я был, что-то его не было. Чай свой любимый нашел, наш любимый, называется «Принцесса Ява». Изысканный зеленый чай с душистым жасмином, нежный жасмин. Что очень радует, здесь 25 пакетиков с ярлычками. И особенно меня радует то, что эти пакетики по 2 грамма. Итого здесь 25 штук. Умножаем 2 грамма на 25 штук и получаем вот в этой пачке 50 граммов. А ТЭС там по 1,5 грамма пакетики. Поэтому ТЭС вот насчет этого мне не нравится. Это товар года 2018. Победитель в номинации «Зеленый чай». И лучший продукт даже 2019 года. Ничего себе получил как лучший продукт. Вообще Ява, молодцы, рулит Ява, да. Там еще был рассыпчатый чай Ява, рассыпчатый, тоже с жасмином. Но я решил взять пакетированный, вот, пакетированный. Потому что пакетированный удобнее. Сами понимаете, почему, чтобы потом эту заварку и как бы из чашки не вынимать и свои раковины дома не засорять. А пакетик взял да выкинул, правильно, вот. Вот такой чай, легкая, цветочная. Нота оттеняет терпкий, насыщенный вкус зеленого чая, а весенний аромат жасмина гармонично сочетается с природным чайным ароматом, подчеркивая свежесть и индивидуальность букета. Вот такой вот нежный жасмин. Очень свежий, видите, да? Вот такой вот чаек, мои хорошие друзья и подписчики. И просто случайные посетители моего YouTube-канала. Вот. Ну все, что в принципе вам показывать, вы поняли, да? Вот такой вот чай. И цена вот за эту пачку что-то дороговато, дороговато. 52 рубля 10 копеечек, 52,10. Вот, раньше он был дешевле. А я купил сегодня две пачки, вот, две пачки решил взять. Две пачки, вот. Вот такого вот чая, две пачки. Так, с чайком разобрались. Там же в Ашане, естественно, я сегодня купил снова очень хороший салат листовой в горшочках от агрохолдинга «Московский салат». 50 лет, они уже с нами 50 лет. По телевизору показывали, в какой-то передаче сказали, что у них все очень качественное, натуральное. И даже можно этот салат даже не мыть, ребята, даже не мыть, потому что все у них там чисто. Вот, это на огороде, когда вы свой растите, нужно обязательно его тщательно промывать. Чуть ли не с мылом, потому что на огороде там всякие кошки ходят, и ежи какают, писают, там коты метят, и всякие вот эти гельминты могут быть. А вот этот салат, он уже как бы, там все у них чисто и защищено. Поэтому сказали, что даже можно и не мыть. Но мы все равно в холодной водичке замачиваем, моем как бы, потому что люди ходят в магазинах, мало ли там чихают. Ну вы сами понимаете, а так у них насчет этого все очень и очень чисто. Вот, но только единственное, я расстроился, вот на днях я брал, и дешево очень акция была на него, вот, и где-то по 26 там с копейками выходило, вы представляете, как дешево, а сегодня нет, и цена составила, ну, все равно недорого, просто нет акции на него. Вот за этот
кулек я отдал 38 рублей 99 копеечек. Ну, грубо говоря, 39 рублей. Вот, посмотрите, какой салат. Очень свежий. Видите, 11 числа сделали. Вот, 11. Вот, видите, даже корешочки тут есть. Какие корешочки. В горшочке корешочки. Вообще красивый, да? Он очень вкусный, полезный. Вообще выгодный такой. Вообще просто пипец. Хорошая вещь. И вот я поэтому, не раздумывая, сегодня купил таких целых две штуки, ребята. Целых две штуки вот купил. Вот, и поэтому 38 рублей 99 копеек умножаем на две штуки. И получаем на 77 рублей 98 копеечек. Вот, за эту вот лепоту, видите как? Вот. Так что вот такие вот дела. Вот. Так, что же я сегодня еще в Ашане купил, мои хорошие? А купил я там сегодня, ребята, вы не поверите, снова лук красный весовой, пока он еще недорогой, дешевый по акции. Вообще он очень дорогой, очень дорогой. Вот мы на днях делали салат из морской капусты. Да чего же он получился вкусный. Вообще, такой остренький довольно-таки, да, такой ядрененький, но очень и очень вкусный. Вот, тем более очень дешево. Цена за килограмм составила всего лишь, ребятушки, вы сейчас с ума сойдете, всего лишь 29 рублей. Где вы купите за такие деньги? 29 рублей за килограмм. Вот за такой вот красный лук. Вот. Посмотрите, пожалуйста, какой лук, ребята. Вы только посмотрите. Сейчас я вам даже камеру опущу, не поленюсь, покажу. Ну, потому что действительно, лук просто, просто песня. Посмотрите, ребята, какой лук. Вы только посмотрите, ребятушки. Вы видите, какой лук, ребята? Посмотрите, пожалуйста. Глянцевый, красивый. Вообще, вообще просто сказка, да? Посмотрите, какой лучок, ребята. Какой лучок. Вообще просто, да? Просто песня, просто песня. Вот, как-то так, ребятушки. Как-то так, мои хорошие. Вот. И что я хочу сказать, ребятушки. Лук вы видели, да? Цена составляет 29 рублей за килограмм. У меня здесь 1 килограмм 296 граммов. Поэтому умножаем 1 килограмм 296 граммов на 29 рублей и получаем. Вот за эту красоту я отдал всего лишь навсего 37 рублей 58 копеечек. Видите, как дешево? Вот такой вот замечательный лучок. Вот, это же вообще, да? Просто лепота. Вот, лука у меня теперь много, надолго хватит, правда, есть его не с чем, но ничего, найдем с чем. Так, и там же в Ашане, естественно, я сегодня купил, ребятушки, бедро цыплят бройлеров, охлажденное от фермы каждый день. Разные были там производители, брянские я не нашел, а взял какие были, первые попавшие. Вот, такие вот, посмотрите, какие замечательные, красивые куриные бедрышки, вот. Это вот, знаете, чьи бедрышки куриные? Это вот Липецкая область, город Елец. Ну, у них... А, тут и Курская область, что-то... Ну, тут надо смотреть код, наверное. Ладно, я не знаю. Вот сами посмотрите, чьи тут... Кому интересно, поставьте на паузу, пожалуйста, и почитайте. А, вот, сами разберетесь, короче. Вот такие вот бедра. Вот, поставьте на паузу и почитайте. Вот. Короче, вот такие бедрышки, вот аппетитные, вот такие вот аппетитные. И цена за килограмм на эти бедрышки составляет всего лишь 138 рублей 30 копеек, 138.30. У меня вот в этом лоточке 966 граммов, поэтому 966 граммов умножаем на 138.30 и получаем. Вот за эту красоту я отдал 133 рубля 60 копеечек, вот, вот, видите, да? Так, это еще не все. Вот я вторую еще подложечку купил. Вот. Вторую. Все то же самое, только вес другой. Вес другой. Здесь уже сейчас скажу сколько. Знаете, сколько вес? 810 граммов. Поэтому 810 граммов умножаем на 138.30 и получаем. Вот за эту красоту я отдал всего лишь 112 рублей 2 копеечки. Вот. И вот третья подложечка. Видите, третья подложечка. Здесь уже другой производитель. Вот, обратите внимание. И поставьте на паузу, почитайте. Видите, этикетка уже круглая, те квадратные, а это круглая этикеточка, вот, круглая этикеточка. Вот, поэтому можете почитать, чтобы я время свое эфирное не тратил на это. Сами почитайте, на паузу поставите и почитайте, вот. Как-то так. А эти вот, знаете,
сколько здесь вес? Сейчас скажу, сколько. Здесь, ой, надо же, ровно 1000 граммов, ничего себе. Поэтому эти потянули ровно на 138,30. Надо же так ровно, как это, часы, 138,30. Вот. В общей сложности я купил таких сегодня 3 ватка. Вот 2 ватка и вот 3 ватка. Вот, видите, ребята, вот такой я бомж. Вот, видите, как жру я много. Московский обжор, сколько жрет. Видите, ребята, вот. Вот сколько бедрышки я взял. Видите, ребята. Вот так же завидуйте молча. Молча завидуйте московскому обзорщику успешному. Вот, в принципе, это еще не все. А что нужно русскому человеку для полного счастья? Конечно же, хлеб. Я взял сегодня вот обычный батон нарезной. Вот такой вот от фирмы «Каждый день». Вот такой вот батон нарезной, короче. И цена за такой батон составляет всего лишь, ребятушки, 14 рублей 99 копеек. Ну, грубо говоря, 15 рублей. Езжайте в сельскую местность, отдадите за такой вот батончик около 40 рублей. А я всего лишь купил за 15 рублей. Есть разница. И там же в Ашане давно не покупал, а именно в этом году не покупал. Я решил взять два батона с отрубями от фирмы «Каждый день». Тоже очень свежий, сегодняшний, вот, с отрубями. И цена за один батон с отрубями составляет всего лишь 15 рублей 28 копеечек. Вот, 15-28. А езжайте в сельскую местность, отдадите намного больше. 15 рублей 28 копеечек. Вот такие вот. Все, на этом точно все. Итого я сегодня, 12 октября 2019 года, потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила к оплате 834 рубля 19 копеечек. Видите, как много опять я потратил денежек. 834 рубля 19 копеечек. Я расплачивался безналом, безналичным расчетом, электронными своими денежками. Поэтому сдачу мне не дали. Ну а на этом все. Не болейте и не хворайте. И не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо вам за внимание. А давайте напоследок сделаем концовочку. Вот. Мотор сделаем. Мотор. Мотор нужно сделать обязательно. Вот. И будет вам, как говорится, на душе тоже весело, как и мне. Поэтому... Сейчас. Делу время. Та-та-та-та-та-та. Делу время. Та-та-та-та. Потехи час. Все, всем пока. Будьте здоровы, живите богато.